Кухня ЖКХ. Добрый день. Сегодня продолжение разговора про замену и поверку счетчиков. С гендиректором управляющей компании «Актив Комфорт» Сергеем Торховым выяснили, что о сроках напомнят поставщики ресурсов в квитанциях. Вызвать нужно специальную компанию и проследить, чтобы документы об опломбировке дошли до ресурсников. Иначе придется платить по нормативу. Что делать, если они все же потерялись? Особо страшного ничего нет, когда ваши бумаги, вот этот акт о поверке, попадет в расчетную программу ресурсоснабжающей компании, автоматически произойдет перерасчет. Независимо от того, месяц, два, три, четыре эти бумаги ходили. А этому подрядчику, который подвел, ничего не будет? Вы вызвали компанию, они взяли с вас деньги, а документы где-то потерялись. Поэтому в этом смысле в акте следите за тем, чтобы четко были прописаны реквизиты той организации, которая взяла с вас деньги, там услугу оказала, но не до конца. Тогда можно поискать справедливости с этой компанией, которую вы вызывали. Давайте поговорим о выборе счетчиков. Что чаще всего покупают? И стоит ли мечтать о приборах с дистанционной передачей данных? Обычно у нас или простые крыльчатые счетчики, которые по срокам 4-6 лет, которые нужно снимать вручную, передавать показания, они стоят недорого. А это бывает основной критерий выбора этих счетчиков. Второй большой пул счетчиков – это счетчики, которые с автоматической передачей данных. Стоит устанавливать автоматическую передачу данных сразу и во всем доме для того, чтобы информационным пакетом это уходило в ресурсоснабжающую компанию. Смысла я не вижу, один счетчик, будет ли ресурсоснабжающая заниматься одним счетчиком в доме. Это ведь целая система, то есть счетчик, антенна, передатчик, прием сигнала и так далее. В общем, довольно сложная система, и если заниматься ее, то заниматься, наверное, на стадии строительства дома выгоднее всего. Что ж, вы порадовали немного консерваторов в нас и поддержали желание сэкономить. Но есть компании, которые по ящикам листовки раскидывают, прямо-таки желая получить наши деньги за новые счетчики. Что вы скажете о них? Появилось и появляется все больше количество так называемых левых фирм, которые ходят и пытаются любыми способами из бабушек, дедушек выжать деньги под видом замены счетчиков, поверки счетчиков. Практика показывает, все вот эти вот бумажки, которые по почтовым ящикам раскиданы, рекламка, это в основном левые компании. Настоящим некогда заниматься этой ерундой, они работают. Спасибо, это был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. Сохраняйте наши передачи, чтобы в нужный момент, он непременно настанет, в руках была инструкция, что делать и что не забыть при замене или поверке счетчиков. Кухня ЖКХ.